Здравствуйте, уважаемые гости канала, подписчики. В этом видео покажу, как сделать супер рыболовную насадку для рыбалки, на которую клюет круглый год. Рыба с ней ловится так, что за уши не оттащишь ни одного рыбака. Да потому что за целый час рыбалки легко можно поймать 15 ведер крупного карася. Насадка эта простая, бюджетная, готовится легко и просто. Сейчас вам это продемонстрирую, и вы сами убедитесь в том, что эта насадка будет ловить вам рыбу на каждом забросе. Насадка просто самая лучшая. Круглый год она ловит рыбу. И не нужно больше никаких других насадок смотреть, делать. С этой насадкой клюет всегда. Вот такой у нее девиз, и она всегда помогает. И когда с ней сидишь на водоеме, рыбаки слева-справа просто глаза таращат, не понимают, что происходит. А происходит то, что я ловлю с обычной простой насадкой. Готовится она за сущие копейки. Для этого беру 2 чайные ложки с большой горкой муки и беру пол чайной ложки вот такой вот кисель с ягодами. Добавляю вот так водички и тщательно замешиваю постепенно. Получается очень ароматная насадка, рыба на которую всплывается со всего водоема, даже без прикормки. Потому что эта насадка и без того очень ароматно пахнет. Чудесно всегда ловит рыбу, всегда я с хорошим настроением сижу, потому что клев рыбы бешеный. Вот так вот немного замешали, немножко помяли в руках, и наша насадка готова. Вот так выглядит она. Очень уловистая. Был рад с вами поделиться рецептом этой насадки. Желаю вам всего доброго. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал. Вячеслав Рыбак. До скорых встреч.